зовут Лена, мне 28. Чего жду от тренинга? От тренинга жду отличного тайм-менеджмента, бизнеса, здоровья, новых знакомств, новых возможностей, всего самого-самого. Меня зовут Титкова Елена Вячеславовна, мне 28 лет. Совсем недавно я закончила тренинг Алисы Макаровой, 8-недельный, это прекрасно. Я буду нести какой-нибудь чушь, потом Сонечка обязательно это нарежет, потому что она очень хороший видеограф. Что тебе дал тренинг? Дал тренинг. Зайдите на мою страничку и посмотрите просто фотографии до и после с подписью «Хочешь так же?» записывайся на тренинг Алисы Макаровой. Ну, конечно же, тренинг. Тренинг Алисы Макаровой дал мне уверенности, возможность работать состоянием своим, отрабатывать. Много, конечно, предстоит, но это уже хорошо. Умение планировать, ставить свои цели, добиваться целей. Это очень сложно, это очень круто, когда появляется вот это ощущение достижения цели, вот этого прорыва. Это просто эйфория, это очень здорово. Ты понимаешь, что ты действительно можешь все, и ты умеешь создавать. Создавать настроение, создавать позитив, создавать все вокруг. Это здорово.